Вот какие полезные и классные товары вы увидите в этом видео. И если хотите выиграть денежку в конце видео, то смотрите ролик от начала и до конца. Всем привет, друзья! Лето уже не за горами, еще немного и настанет всеми любимая пора года. И вот я решил поискать для вас летние товары, которые вам пригодятся и помогут вам в жаркие летние денечки. И вот встречайте двадцатку летних товаров из сайта AliExpress. Они мне пригодятся и уверен, вам тоже. Ссылки будут, как всегда, в описании. Нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. И если вы хотите принять участие в конкурсе с денежным призом, то смотрите видео от начала и до конца. В конце видео вы узнаете условия конкурса. Приятного просмотра! И открывает сегодня нашу подборку удобная пляжная палатка «Тент». Она станет спасителем от палящего солнца не только на пляже, но и в любом другом месте, где вы будете отдыхать. Такой тент очень легкий и быстро собирается. Вы можете свободно брать его на пляж, и он надежно защитит вас и ваших деток от жары, солнца и песка. Данная модель выполнена из прочного материала и обладает прочной конструкцией. Тент не улетит от ветра, как зонтики, так как пол и стенки одно целое. Термосумка обеспечит вам комфортный отдых в самый жаркий день. Благодаря системе теплоизоляции при использовании аккумуляторов холода, сумка хорошо держит прохладную температуру в течение 24 часов. Для удобного ношения сумки предусмотрен регулируемый плечевой ремень. Сумка пошита из прочного водонепроницаемого нейлона, легко моется и чистится. При наполнении достаточным количеством льда продукты и напитки остаются полностью замороженными на протяжении 24 часов. Она очень удобна для использования благодаря фурнитуре. В описании есть различные размеры и модели. Инновационная аква-обувь. Идеально подходит для активного отдыха в воде. Экологически чистые и безвредные для человеческого организма. Разработана обувь из ультралегкого материала и весит всего лишь 120 грамм. Стелька сделана из ЕВА-ткани, которая максимизирует отвод воды из обуви и прекрасно вентилирует воздух, из-за чего ваши ноги не потеют и не натирают. Верхняя часть обуви также имеет превосходную воздухопроницаемость, что позволяет кроссовкам быстро высыхать после купания в воде. Эта обувь будет идеальна для занятия любым подвижным видом спорта и для лета будет просто незаменимой для комфортного отдыха, где бы вы ни были. А эта штука пригодится для большинства мужчин. Это профессиональная щетка для чистки гриля и мангала. Избавит вас от досадных последствий приготовления гриль-блюд и сделает чистку мангалов, барбекю, коптилин, решеток и шампуров легким и даже приятным занятием. Используя данную щетку, ваши использованные мангалы, решетки и другие изделия станут как новые. Щетка выполняет три функции. Пластиковый ворс удаляет жир с деликатных покрытий, стальной скребок ликвидирует сильные загрязнения, медная щетка чистит до блеска труднодоступные места. Лонгборды ярких расцветок. Катание на скейтбордах – это вид активный, а зачастую и экстремальных развлечений, популярных среди людей различных возрастов. Лонгборд-скейтборд – роликовая доска, характеризующаяся большой скоростью, повышенной устойчивостью, улучшенными ходовыми характеристиками, которые, в отличие от классического скейтборда, не используются для трюкового катания, скольжения по различным типам поверхностей, прыжков с вращениями. Лонгборд имеет удлиненную колесную базу и деку, увеличенные колеса, позволяет развивать большую скорость, стабильные и мягкое катание. Выдерживает нагрузку до 100 кг, так что кататься предпочтительно детям и подросткам. Игрушка фрисби. Это уникальный диск из пластика или мягкой резины, который можно отправить в полет легким движением руки. Сидя, стоя, лежа, на отдыхе или корпоративе, фрисби дарит бесконечные возможности для игры. Его с удовольствием запускают и ловят не только дети, но и взрослые. Фрисби не только веселая, но и полезная игра. Она тренирует все основные группы мышц, снимает нервные напряжения, помогает забыть о проблемах, дарит отличное настроение, повышает координацию движений и развивает глазомер. Идеальная игра для лета. Возьмите фрисби с собой на природу или на море, и вы займете себя или детей увлекательной игрой. Новейшая разработка прошлого лета – это пляжное покрывало, которое пропускает песок. Незаменимая вещь для любителей поваляться летом на пляже и позагорать. Постоянно отряхивать скопившийся на покрывале песок больше не нужно, так что можете просто расслабиться и получать удовольствие. Покрывало благодаря своей структуре просто пропускает песок через себя и остается чистым. Оно изготовлено из двух слоев специальной полиуретановой сетки,
которая моментально пропускает через себя песок, как только он на нее попадает. Покрывало также не впитывает влагу и устойчиво к прочим загрязнениям, а специальная технология предотвращает выцветание покрывала. Инновационные, необычные и модные сандалии прекрасно подходят для активного отдыха летом, выполнены из высокопрочного полиуретана, который обладает потрясающей прочностью, эластичностью и устойчив к перепадам температуры. Сандалии просто незаменимы на пляже или в аквапарке. Обувь фиксируется на ноге при помощи регулируемых ремешков, выполненных из нейлона и неопрена. На первый взгляд может показаться, что сандалии довольно слабо держатся на стопе, но те, кто уже протестировал эту модель, отмечают вполне комфортную и плотную посадку. Еще одно преимущество – достаточно широкая подошва, что позволяет их носить людям с широкой стопой. В нашем суровом климате мы с нетерпением ждем жаркого солнечного лета. Но что делать, если большое количество времени вы проводите в душном помещении, например, в очереди в поликлинике или в полной пассажира в летней маршрутке? Теперь выход есть. Я нашел для вас ручной мини-кондиционер. Он обеспечит вас ветерком, который всегда будет у вас под рукой. Благодаря компактному размеру и удобной форме вы можете взять мини-вентилятор с собой в любую дорогу. Просто положите его в обычную сумку, и ни жара помещений, ни духота автомобильных пробок вам не будут страшны. Заряжается аккумулятор, который встроенный внутрь. Пищевой контейнер с перегородкой идеально подойдет для хранения и транспортировки бутербродов или для пикников на природе. Благодаря перегородке, делящей контейнер пополам, вы можете хранить в нем различную по типу пищу. Судок открывается с двух сторон для большего удобства, а яркие цвета и рисунки понравятся детям. Материал судков прочен и долговечен. Допускается использование в микроволновой печи для разогрева, а также можно мыть в посудомоечной машине. Складная универсальная канистра – уникальные изобретения для всех автолюбителей, дачников, путешественников, домохозяек и даже офисных работников. Изготовленная из очень прочного полиэтилена, несомненно пригодится вам во время путешествий. В сложенном виде канистра занимает очень мало места. Такую канистру можно использовать не только для перевозки и хранения бензина или масла, но также и жидких напитков – вина, молока, сока или питьевой воды. Разумеется, повторно использовать канистру для воды после того, как из нее вылили бензин, не нужно. Да и это ни к чему, учитывая низкую стоимость продукции. У данного продавца можно купить канистру на 3, 5 и 10 литров. Радиоуправляемый паук Тарантул – это отличная летняя игрушка, чтобы позабавить себя, своего ребенка, близких и домашних питомцев. При движении паук перемещается своими лапками, что смотрится довольно эффектно и придает больше реалистичности. Радиоуправляемый паук выполнен из пластика и покрыт волосяным покровом, что придает пауку большей схожести с настоящим. Паук Тарантул умеет бегать вперед, назад, вправо, влево. Причем не только по гладким поверхностям, но и где угодно. Например, по кровати, по траве или земле. Восторг и восхищение ребенка от обращения с игрушкой обеспечены. Маска для дайвинга. Маска идеально подойдет для тех, кто занимается снорклингом, плаванием, дайвингом, подводной охотой или просто любит поплавать на море. Оснащена гипоаллергенным прозрачным силиконовым обтюратором, уникальной формой рамки и однолинзовым дизайном. Обеспечивает отличную видимость по всем направлениям. Отличается отличной плотностью прилегания, что подойдет для любой формы лица, средним внутренним объемом и быстроразъемными пряжками для крепежа ремня. Идеально подойдет для морских развлечений. Нож для нарезания арбуза, дыни и любого другого фрукта станет одной из самых полезных вещей на отдыхе. С таким ножом вы будете тратить гораздо меньше времени на приготовление фруктовых или овощных закусок. Все лезвия слайсера сделаны из нержавеющей стали. Каждый нож хорошо заточен и практически не затупляется. Главное, помните, что перед нарезкой арбуза и дыни необходимо их вымыть, чтобы уберечь себя и детей от ненужных бактерий. Затем срежьте верхнюю шапочку и нижнее основание у арбуза, чтобы он обрел устойчивое положение на нарезной доске. Положите инструмент на арбуз и разрежьте его, надавив одним твердым движением вниз. Чемокат.
Это чемодан-самокат, полезнейший мега-гаджет для любителей путешествовать. Позволяет не только с легкостью перемещать тяжелый багаж, но и быстро передвигаться по местности. Чемодан идеален для передвижения по крупным аэропортам мира под удивленными взглядами пешеходов. Вместительный, имеет отделение для ноутбука, достаточно объемное пространство для вещей, но при этом компактный. Размеры соответствуют требованиям авиакомпании к ручной клади. В нем продумана каждая мелочь для удобства использования. Он мгновенно раскладывается, превращаясь в самокат, и также мгновенно складывается, становясь обычным чемоданом. Еще один полезный летний гаджет – это щетка для ног. Она обеспечит не только очищение, превосходящее по качеству классическую пемзу, но и сделает легкий расслабляющий массаж стоп. Щетки, применяемые после тяжелого рабочего дня, улучшат кровообращение, препятствуя развитию варикоза, отеков и банальной усталости стоп. Также тапочки придутся по вкусу маленьким детям, которые категорично отказываются мыть ножки после прогулки, и беременным женщинам, которые страдают от отеков и проблем с тем, чтобы нагнуться во время купания. Пользуйтесь такой щеткой, и ваши ступни будут выглядеть идеально. Водонепроницаемые носки – это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви для рыбаков, охотников, туристов и любителей активного отдыха. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, то они станут отличной заменой сухой сменой обуви. Непромокаемые носки плотно прилегают, не сдавливая стопу, а плоский шов – это гарантия того, что носок не будет натирать ногу при ходьбе. Это очень важно во время походов и активного отдыха. Стирать носки необходимо вручную в прохладной воде не более 40 градусов. С этими носками ваши ноги всегда будут сухими в любой обуви и в самых неблагоприятных условиях. Когда, как не летом, стоит запускать воздушные змеи, взмывающие на огромную высоту, или небольшие конструкции, которые вы можете запустить во дворе? Запуск воздушного змея – это и мини-представление, и увлекательное мероприятие, в котором с удовольствием примут участие дети и взрослые. За полетом интересно наблюдать, и все участники процесса при этом не только получат эстетическое наслаждение и отдохнут от городской суеты, но и научатся взаимодействовать. Чтобы прогулка и запуск доставили удовольствие, выбирайте змея в соответствии с характеристиками и у хорошего продавца, которого я для вас нашел. Каждый сможет выбрать себе змея по нраву и по цене. Ну а это приспособление оценят девушки не только в летнее время, но и в любую пору года. Бюстгальтер-невидимка стал одним из последних женских находок. Благодаря своей функциональности станет вашим верным помощником для создания идеальной формы груди на летних вечеринках и отдыхе, при этом остается незаметным. Подходит для любых нарядов с глубокими декольте, вырезами на спине, бретелями крест-накрест для прозрачных блузок и топов. Изготовлен из нейлона и спандекса, является воздухопроницаемым, легким и удобным, со множеством воздушных отверстий. А также бюстгальтер формирует форму груди и имеет универсальный размер. Я уверен, что купив такой бюстгальтер, любая девушка или женщина будет очень довольна покупкой. Инновационная маска для плавания. Это маска для ныряния в теплых морях, чтобы комфортно понаблюдать за подводным миром. Еще такое занятие известно как снорклинг. Преимущество маски в том, что теперь не нужно зажимать во рту трубку, чтобы дышать, и здесь есть крепление для GoPro, а значит руки полностью свободны. Чем-то напоминает маску ниндзя, при этом является монолитным изделием, в которое трубка встроена намертво. Удобно, что маска закрывает все лицо, так не надо париться с дыханием только через рот. Если заныриваешь поглубже, трубка автоматически блокируется, и можно не бояться, что вода попадет вам в рот. Вдыхаемый воздух попадает сначала на стекло, а уже потом в нос и рот. Когда вы выдыхаете, воздух выходит из маски по боковым силиконовым отверстиям. Действует такой же принцип вентиляции, как и для лобового стекла автомобиля. Влага, испарение и воздух, который выдыхает человек, отводятся по другим отверстиям, и стекло не запотевает. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, где вы отдыхали прошлого лета и где будете отдыхать в этом году, или хотя бы где бы хотели отдохнуть, если нет возможности. Я бы хотел поехать куда-то за границу на моря, но, наверное, поеду в... Ага, в общем, для вас подборки буду делать. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!